Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и с сегодняшнего дня начинаются самые мистические истории на русском YouTube. Алло, Алиса? Алиса, привет! Мне сегодня очень страшный кошмар приснился. Давай встретимся. Давай, возле тех посадок. Хорошо. До встречи. Кто-то звонит. Наверное, Алиса. Кто же это еще мне звонит? Алло, кто это? Алло, кто со мной говорит? Почему вы подписаны в моем телефоне как крик? Кто вы? Не молчите! 7 дней! Что же это такое? Страшный сон, страшный звонок и все какой-то крик. Кто это такой? Надо срочно, Алиса меня уже ждет. Сколько времени? Опять звонит. Алло! 7 дней! Оставьте меня в покое! Надеюсь, что Алиса придет вовремя. Блин, черт, лифт не работает. Нужно идти пешком, странные вещи творятся. Звонит. Алло. Да, Алиса. Я уже выехала. Ты на месте? Я тоже буду через 5 минут. Подожди меня, пожалуйста. Что за сон? Почему именно в этот момент отключился лифт? Такое ощущение, что кто-то хотел заставить меня идти пешком, потому что буквально 5 минут назад я поднималась домой на лифте. Странно, очень странно. Я уже подъехала. Где же Алиса? А, вон она. Привет. Алиса. Привет, Иришка. Я так рада, что ты смогла приехать. Ты знаешь, у меня тоже есть
кое-что, что я должна тебе рассказать. Алиса, представляешь, у меня не работал лифт, поэтому я задержалась. Просто специально кто-то его отключил. Я поднималась, главное, 5 минут назад, он работал. А когда мне нужно было прийти к тебе навстречу, его кто-то выключил. Я не знаю, кто это был. Что? У вас тоже лифт не работает? Что? И у тебя тоже? У меня просто кошмар, что приключился. Мне такой страшный сон приснился. Ладно, пойдем, пойдем поболтаем. Пойдем, я тебе сейчас все подробно расскажу. О, смотри, вон качели. Давай у них остановимся. Слушай, я даже не знаю, с чего начать. Вчера, когда я вернулась с улицы, мы с другими моими друзьями вызывали духов. Ты знаешь такую доску Уиджи? И что дальше? Ну вот, мы решили пошутить и вызывали духа. Крика. Знаешь такого? Я знаю, кто такой Крик. Да, он еще как сумасшедший режет всех в своих фильмах. Ну, мы подумали, что это все шутки. Но когда я пришла домой, легла спать, мне приснился страшный сон. И мне кажется, что этот сон был как будто бы наяву, понимаешь? Это какое-то совпадение, потому что у меня было то же самое. Но я никого не вызывала, мне просто приснился сон, что ты с друзьями вызывала Крика. Ну так вот, в этом сне был этот Крик, и он следил за мной. И я была в каком-то лесу, ну что-то типа этого осеннего леса. И он следил за мной повсюду. И знаешь, что самое интересное? Когда я проснулась, мне до сих пор кажется, что за мной кто-то следит. А перед самым выходом, когда я собиралась к тебе, у меня зазвонил телефон, и он был записан как Крик. Как это может быть связано? Ведь мне снился сон, а ты говоришь, что вы по-настоящему его вызывали. Такое ощущение, что все перемешалось. В общем, Алиса, я не знаю, что мне делать. Мне кажется, я кого-то вижу. Он похож на Крика. Ирина, вставай скорее, побежали. Ирина, я не знаю, может быть, мы с тобой какие-то сумасшедшие, но я тоже вижу Крика. Я не хотела сначала тебе говорить, потому что я боялась, что ты посчитаешь меня сумасшедшей. Ведь действительно, если сейчас кому-то рассказать, что мы с тобой видим Крика, нам никто не поверит. Не знаю, Алиса, мне как-то уже очень страшно. Это просто какая-то мистика. И действительно, твоя история с моей, они так похожи. Только то, что происходит у меня по-настоящему, ты видишь во сне. А я вижу во сне то, что происходит по-настоящему у тебя. И это как-то очень странно. И ощущение того, что нас кто-то преследует, остается у нас с тобой у обоих. Так что же делать? Ты знаешь, я придумала. А может быть, нам с тобой сегодня вечером призвать этого Крика и узнать, что он хочет от нас? Ты считаешь, действительно нам стоит вызвать духа Крика? Ирина, ничего не бойся. По-моему, для того, чтобы изгнать духа, не нужно ничего делать. Я очень боюсь. А если что-то случится? Да, мне тоже очень страшно. Я знаю, нужно обязательно попрощаться с духом, и тогда он уйдет. Мне показалось, что я его увидела. А ты? Да, Алиса, я тоже кого-то видела, и мне тоже постоянно кажется, что он смотрит. По-моему, вон из той бочки. Мне страшно. Нам нужно с тобой спуститься в одно место. Про него мне рассказывала еще моя бабушка. Это святой родник. Что это за родник? И если мы умоемся там, то все зло должно от нас уйти. Нужно попробовать этот вариант. Со святой водой? Думаешь, это нам поможет? Я думаю, что он нам поможет. Я надеюсь, что это будет именно так. Алиса, ну подожди меня. Ирина, догоняй скорее, мы уже почти пришли. Вот он, этот родник. Что, мы уже пришли? Я надеюсь, что у нас все получится. Давай скорее к нему. Это родник? Да, он обладает целебной силой. Так говорила моя бабушка. Говорят, здесь бьют святоисточники. Пойдем скорей. И правда, мне стало легче. Теперь моя очередь. Я надеюсь, что это нам поможет, Ирина. А теперь мне пора уже домой. Извини. Если что, созвонимся вечером. Пока.
Хорошо. Пока, Алиса. А я немножко погуляю. Здесь и правда как-то по-другому. Лучше, чем дома. И правда, волшебный источник. Это крик! Исчез! Показалось. Какие здесь красивые места. Как здесь все красиво. Все-таки странно, почему у нас отключили лифты в одно и то же время? И почему мне приснился этот крик? И при чем здесь доска Уиджи? Как же это все связано? Ладно, вечером еще раз позвоню Алисе. Кто здесь? Помогите!